Не успеет вернуть его в штрафную. Нет, неточная передача. Продолжается борьба за мяч. Мне показалось, что фалили на Цюбе, но судья свистнул, что фалил Цюба. Это, по-моему, был офсайд. Судя по жестам арбитра, или фол со стороны Цюбы. Да, Черчесов тоже недоумевает, почему так получилось. Давайте смотрим повтор. Фернандес с правой ноги. Сейчас здесь... Нет, на то, что был офсайд. А что было? Товарищ судья, отнесите нам, пожалуйста. Подтолкнул спину Дзюба. Ловрена, по-моему, двумя руками. Вот смотрите сейчас, оп, да. Ну, Ловрен совершил такое движение, как будто его не просто подтолкнули, а подтолкнули, не знаю, тремя руками в этом эпизоде. Да, Маджик держится за ногу. Пострадал он тоже в этом эпизоде. Интересно, что будет, потому что Маджик, конечно, очень важное звено. Голевую передачу сегодня отдал и вообще активно участвует не только в обороне, но и в обороне. Да, вообще хорошо. Thank you.